В микрорайоне Муринские пруды идет строительство детского сада. Подрядная организация компания «Стройкомплекс», а именно она выиграла тендер, приступила к работам 8 мая. Пока ведутся подготовительные работы. На месте работают 4 единицы техники и 15 рабочих. На данный момент мы занимаемся подготовкой площадки. К концу месяца мы завершим, уже поставили бытовые вагоны, сделали временный забор ограждения, сделали обводные дороги для пешеходов. И с 1 числа приступаем уже к строительно-монтажным работам. Новое дошкольное образовательное учреждение с ясельными группами появится на улице Удовенко в 2020 году. Детский сад рассчитан на 170 мест, и микрорайон Муринские пруды необходим. Сейчас в очереди стоят более 2800 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Гальянка у нас – это спальный микрорайон, и на сегодняшний день самая большая потребность – она именно по Гальяно-Горбуновскому массиву. И поэтому было принято решение главы города первоочередное строительство детских садов – это, конечно, Гальяно-Горбуновский массив. И поэтому в этом году мы должны построить, будем уже два детских сада. Это вот этот детский сад на 170 мест. И второй – это на Запрудном. Там у нас садик будет на 90 мест. Кроме того, в муниципалитете ведется работа по проектированию еще 3 дошкольных образовательных учреждений. Уже определены площадки для размещения объектов. Большой садик на 270 мест собираются построить в Приречном микрорайоне. Два на 170 мест каждый на Уральском проспекте и улице Сланцевой. Их проектирование намерены завершить к сентябрю этого года. Начало строительства запланировано на 2020-2021 годы.